6 февраля депутатами Народного совета был принят меморандум об основах государственного строительства. Данный документ является политической перспективой государственного строительства, а не законодательным актом. С призывом вспомнить проект Донецко-Криворожской республики обратился Андрей Пургин. Не исключено, что в ближайшем будущем 12 февраля, день образования Донецко-Криворожской республики, станет государственным праздником, отметил председатель Народного совета. Алина Черняева, военкор, гвардеец, специально для Новороссия ТВ.